насчет жертв. Вы знаете, я когда с вашими подопечными беседовал, как несколько лет назад, с удивлением узнал, что это, оказывается, травматичный вид спорта. Вот расскажите, я думаю, что не все зрители, что многие, так же, как и я, до этих бесед, думают, что это просто приятное времяпровождение в теплой воде по плаву. И ни за что медаль золотая, да. Да, в общем, вот это вот впечатление легкости, это тоже о многом говорит, что зритель не чувствует, что очень сложно. Ну, конечно, меду там они наедятся и пошли, да. Вот, пожалуйста, переохлаждение. Присутствует? 28 градусов вода. Ну, что это у нас сейчас. На Круглом озере нам создали такие условия, и старается директор базы, наш весь коллектив, и Ольга Витальевна ходит там, проверяет. Очень уникальная ситуация, я нигде с этим не встречалась. Например, девочки говорят, нам нужно температуру 28 градусов. Хорошо, через 15 минут вам 28. Нам нужно температуру, охладите воду, пожалуйста. Нам нужно 27, допустим, и 5. Хорошо, она охлаждается быстро. Я нигде с этим не встречалась. В Раменском, когда мы 3 олимпиады, мы работали в Раменском. На другой базе. Да. Там был бассейн общего плавания, что говорится. Там к нам очень хорошо относились, и директор бассейна старался все делать. Но там невозможно. Поднимите, пожалуйста, воду. С другой стороны, ватерполисты, им нельзя температуру высокую. 2 дня вода может только нагреваться, и где-то как-то. Только она нагреется до нормальной температуры. Плавающие люди, им жарко. Им жарко, охладите воду. Вот вечное вот это состояние, и мы ходим и ноем. Ой, поднимите, как правило, там нужно было поднимать температуру. Он через все проходит, чтобы поднять температуру, опять жалобы, понимаете? Уберите этих синхронисток, они нам мешают, и все. А здесь наш бассейн. Кстати, спасибо Владимиру Владимировичу. Задумывалась база в Анапе, но что-то там не случилось, и это лучше. Вдруг неожиданно нас приглашают. Я знаю, что это был несколько долгострой этого бассейна, и нас приглашают уже на открытие этого бассейна. Мы даже не поверили. Теперь это наш бассейн. Как это Мутко пошутил, говорит, за 2 года до Олимпиады Лондонской. Ох, вы сейчас расслабитесь, не пропадут ли медали? И у меня где-то вот здесь в глубине червячок. Да, действительно, мы же привыкли к сложности. А теперь-то вообще, ну, слава богу, все. Теперь это наш бассейн. Мы не особо никого не пускаем. Когда ватерполисты в наши интервалы, когда мы не тренируемся, очень нервничаем. Прям куда тебе? Хозяева, никого не пускать. Это наш родной дом.